Завтрак пассажира золотого уровня. У тебя непритязательный вкус. У меня не золотой уровень. Маффин на завтрак мне не по карману. Ты? Все это время? Да. Давай я тебе возьму. Нет, нет, да не надо. Да перестань. Правда. Ну ладно. Держи. Да. Я тут подумала, может, нас можно как-то усыпить чем-нибудь в медпункте? Проверял, там только сканеры и автодок. Может, оборудование для гибернации в багаже? Я тоже так думал. Но в грузовой ведомости только семена, станки и промтовары. Запчасти для компьютеров и техника. Оборудования для гибернации там нет. Сами соберем. Не выйдет. Ты даже не хочешь попробовать. Аврора, я уже все испробовал. Больше года я пробовал все. Но я не готова сдаться.